Приветствую вас. С точки зрения профессиональной психотерапии, чтобы обрести уверенность в себе, наверное, нужно лучше себя слышать, наверное, лучше нужно себя чувствовать, наверное, необходимо получать живую обратную связь на то, что вы делаете. То есть, если вот то, что вы делаете, вам не откликается, если то, что вы делаете, вами не чувствуется, если то, что вы делаете, не ощущается вами как что-то важное для вас и ценное, то, ну, очевидно совершенно, что будут некоторые проблемы, вот, очевидно, что вы будете чувствовать себя неуверенно. Также на неуверенность в себе влияет и сомнения, которые есть всегда и у всех, и это нормально, но которым необходимо выработать, ну, скажем так, адекватно конструктивное отношение, да, то есть, чтобы не было такого, что сомнения, грубо, вас сбивают, да, ну, то есть просто берут и сбивают с того, например, пути, с тех, например, целей, которые вы для себя выбираете по жизни. Вот, значит, такой вот момент. Кроме того, важно четко понимать смысл того, что вы делаете, Вот. Значит, опять же, очень важно, не помню, сказал я это или нет, очень важно увидеть, в чем именно вы в себе сомневаетесь и почему. То есть, есть ли основания в себе сомневаться, кто знает, может быть, эти основания действительно имеют место быть. И игнорировать эти основания, ну, нельзя. Может быть, это иллюзия, и на самом деле сомневаться вам не в чем в себе. Вот, что касается самооценки, то здесь ситуация следующая. Ну, во-первых, самооценка — это не принять себя. То есть, самооценка — это означает, что, ну вот, низкая самооценка означает, что вы себя оцениваете, и оцениваете как бы не в пользу, там, самой себя. Если это так, то очевидно, что у вас есть некий идеал, да, некий идеал, который мешает вам себя принимать себя такой, какая вы есть. И, собственно, безусловное принятие себя является первым необходимым критерием для того, чтобы поднять свою самооценку. Точнее, даже не поднять самооценку, а просто выровнять ее, чтобы она была адекватной, в соответствии с тем, что вы из себя представляете. Вот. Принятие себя. Принятие себя — это процесс, который базируется на раскрытии, в том числе, ваших чувств, на раскрытии того, что вы сами себя где-то обманывали, на раскрытии тех моментов, которые вам, опять же, в себе, например, не нравятся, опять же, все вас не устраивают в себе, ну вот, то есть это все очень важно, это все то, что на что нужно обратить вам внимание. Вот. Какого-то универсального рецепта решения такой проблемы нет, потому что это очень похоже именно, Анастасия, на запрос. Это запрос, это хороший запрос. Вот, но с этим запросом, опять же, с точки зрения профессиональной психотерапии, нужно именно работать. Не давать какие-то общие рекомендации, которые, там, допустим, пройдут всем, да, то есть, ну, вы же не считаете, допустим, что вы одна из многих людей, то есть, вот есть какой-то волшебный ключ, да, который поможет вам решить ваши проблемы, нет, такого ключа нет, к сожалению,
И, собственно, нужно понять, почему именно вы оказались именно там, где вы находитесь сейчас. И помочь вам увидеть и понять, что вы хотите, и, возможно, научить вас действовать более эффективно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.